Плюсовая температура вместо традиционных морозов – такой в этом году выдалась крещенская ночь. Это усложнило работу специальных служб. Лед на водоемах оказался тоньше, чем того требуют нормы безопасности. О том, как все прошло, далее. Купели у Свято-Троицкого мужского монастыря. В этом году в Чебоксарах это единственное официальное место для купания в открытом водоеме. Не провалиться под тонкий лед помогали деревянные трапы и спасатели, которые не допускали подхода к купелям большого количества человек одновременно. О том, что вместо морозов придет оттепель, было известно заранее, так что в республике смогли предложить верующим альтернативные варианты. Из-за аномальных погодных условий в ряде муниципалитетов пришлось отказаться от традиционных мероприятий, и места купания были в основном от водных объектов перенесены и переведены на купели, которые находятся в районе святых источников и храмов. Кроме того, епархия осветила воду в ряде бассейнов. Тех, кто по каким-либо причинам не смог окунуться в этом году, представители духовенства призывают не переживать. Простое окунание в ледяную воду грехов не смоет. Верующий может просто прийти в церковь и помолиться. Ольга Пырочкина, Республика.